Добрый день, уважаемые зрители, добрый день, друзья, добрый день, коллеги, добрый день все те, кто смотрит мои выпуски и пытается изменить наш мир в лучшую сторону, как минимум, себя. Сегодня я поговорю о том, что человек, который хочет чего-то достичь, он обязательно этого достигает. И расскажу о тех элементах, тех инструментах, которые помогают ему достигать результата успешности в нашем мире. Итак, первый элемент, который необходимо учитывать при достижении любой цели, это план. Многие скажут, ну банально, мы знаем, и начнут возражать с самого начала. Но я пытаюсь вам рассказать именно то, что использую я, именно свой практический опыт, коротко, понятно. И таким образом это будет инструмент, которым вы можете пользоваться уже сегодня буквально. Итак, план. Вы составляете план, он может быть письменным, то есть вы можете составить его на бумаге, вы можете держать его у себя в сознании, в голове. Вы можете составить электронный файл, но в любом случае план помогает структурировать вам ход ваших действий, предвидеть определенные затраты на разных этапах. Другими словами, он структурирует путь к вашей цели. Обязательно в плане должна быть конечная цель. Тот, кто изучал управление предприятием в институте или самостоятельно, тот человек понимает, что такое принцип SMART. SMART – это принцип, который определяет, что любая ваша цель должна быть очень конкретизирована, то есть она должна быть наиболее детализирована и описана. То есть, другими словами, если вы хотите попасть в какой-то город, вы должны понимать, что вам надо географически попасть в другую точку, вам надо преодолеть расстояние в каким-то образом, проделать этот путь. Вам необходимы какие-то ресурсы, как минимум, деньги, время на достижение этой цели. И таким образом вам будет понятно, сможете ли вы завершить этот путь сегодня, или вам потребуются определенные, там, может быть, календарные какие-то даты и дополнительные деньги, которые надо собрать. Итак, у нас есть план, из которого мы видим, какие ресурсы нам необходимы. Очень важный элемент любого плана сегодня в материальном мире достижения любой цели практически это время и деньги. Это два основных ресурса. Я уже не говорю о том, что вы должны иметь супержелание. И суперцель, она очень длинная. И фактор времени становится практически невероятно большим. Еще один элемент, который очень необходим для достижения цели, я бы назвал это высокая целеустремленность. Целеустремленность нужна для того, чтобы вы не останавливались на полпути и ваша жизнь не была потеряна таким образом. Все недостигнутые задачи, как минимум, обогащают вас опытом. Но я бы не пытался ориентировать вас на достижение такого, назовем так, опыта, который не приносит результата. Я исключительно люблю результат и люблю получать то, что я запланировал. Поэтому, как я говорю, мой девиз – хороший план и его выполнить. План дает возможность вам предельно сконцентрироваться, сделать ваш путь ясным, разбить сложный вопрос на простые этапы, при необходимости привлечь дополнительные ресурсы людей, коллег, идей, информацию, знания, и таким образом видеть слабые места, над которыми надо поработать до того, как вы начнете весь процесс движения к вашему результату. Я не думаю, что я сказал вам что-то новое сегодня. Это новое, наверное, оно не новое, оно сегодня актуально. Сегодня те люди, которые добиваются результатов, они очень эффективно используют свою жизнь. Они становятся, как минимум, крепкими, финансово состоятельными, они становятся достаточно уверенными, ведут себя в бизнесе, они достигают цели, которые они хотят. И таким образом, хороший план, хороший путь его исполнения, хороший продуманный алгоритм решения этой задачи позволяет вам уверенно получать план. Хороший план и его выполнить. Желаю вам сегодня иметь хорошие планы, успешное его выполнение и смотрите следующие выпуски нашего видео. С вами был Владимир Деминский. Я постараюсь помочь вам сделать этот мир проще, лучше. Любите этот мир. Любите себя, любите всех вокруг. С вами был Владимир Деминский. До следующих выпусков.